привет, сегодня будем пилить вот этот карагач, который навалился на крышу. Хозяева дома уже попытались, спилили ветку. Почему-то она упала на крышу по неизвестным причинам и сломала шифер. Ну что ж, продолжаем. Вообще карагач очень мерзкое дерево, у него такие вот длинные хрупкие ветки. В него пока залезешь, это просто жесть. Вот эта вот маленькая ветка, которую сейчас Тима стягивает, она вся лежала на крыше, прям целиком стелилась по ней. Вот это поезд. Еще работа осложняется тем, что на этом карагаче вот этот вот виноград. И когда ты вытаскиваешь одну ветку, она цепляет виноград. А он же так просто не ломается, и вот так вот веревкой вьется и задевает провод. Обычно первые полчаса работы, когда Тима лезет и вешает веревки, я ничего не делаю, просто стою, там снаряжение проверю, поснимаю, просто наблюдаю. А потом только начинается там, подай, принеси, принеси. Вот так. Сейчас вот он скидывает эти маленькие ветки. А я их таскаю вон туда. Вот мы подвязали эту упавшую ветку на три веревки. Почти подвязали на третью. А вот полиспаст. А это я. Была ветка и нет ветки. Вот что осталось от дерева. Сейчас будем заканчивать. Сидит. Ага. А остался ствол. А вся крона переехала вот сюда. Ну вот так работу закончили. Дерево все сняли. Аккуратненько. Больше ничего не сломано. Обращайтесь. Пока.